Обыски в доме Вадима и Вики прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, нет никаких оснований говорить о том, что это она способствовала проведению обысков в их доме. Такое заявление, отметим, сделал ранее муж Вики Цыгановой. «Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом. Есть достоверная информация, что в доме Цыгановых ищут еврея», — написала Собчак в своем телеграм-канале. Собчак заявила, что ей жали минуты своего времени, чтобы стучать на Вику и Вадима Цыгановых. Собчак добавила, что с большей вероятностью она заведет в кабинете муравьиную ферму, так как считает это более адекватным и полезным занятием. Отметим, ранее Вадим и Вика Цыганова записали видео, в котором заявили, что к ним в дом пришли с обысками, и что в этом виновата Ксения Собчак, которая настучала на них. Вадим Цыганов попросил связаться с администрацией президента и сообщить, что происходит у них дома.